Малым числом стали мы против большого войска. Так не посрамим земли славянской. Ляжем тут костьми. Мертвым нет срама. Варвары обезумели. Они готовятся к смерти. Не обретя славы, мы дорого заплатим за победу. Такова воля императора, выполняй приказ. Хорошо. Начинаем. Иди и сразись с любым из них. Почему я? Тогда бери войско и побеждай. Это не мое искусство. А мое искусство — сохранить армию и ее достоинство. За этим отрядом варваров идет тысяча! Итак, вопрос. Как один человек добивается власти над другим? Заставляя его страдать. Верно. Повиновения недостаточно. Власть достигается через боль и унижение. Власть — это возможность разодрать разум человека на куски и склеить его вновь в форму, угодную нам. Власть — это путь к новому миру. В нашем мире будут процветать триумф и самоуничижение. Все остальное мы истребим. Прошлое запрещено. Почему? Потому что если вырвать человека из его прошлого, он свободно откажется от семьи, детей, дружеского общения с людьми. Нет другой преданности, кроме преданности партии. Нет другой любви, кроме любви к большому брату. Все прочие удовольствия мы вытрем. Если хочешь заглянуть в будущее, представь себе намертво приклеенный к человеческому лицу сапог. И думаешь, человек рассуждает о власти, а сам не может преодолеть распад собственного тела. Индивидуум только ячейка, клетка. Но нашему организму сообщает силу именно усталая клетка. Вы потерпите неудачу. Почему? Это невозможно. Ненависть. И страх не жизнеспособный. Ненависть не так жизнеспособна, как любовь. Почему? Не знаю. И все-таки вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь вас победит. Мы контролируем жизнь на всех уровнях. Мы выведем новую человеческую породу. Люди — бесконечно податливый материал. Или ты опять запоешь старую песню, что пролетарии поднимутся? Ерунда. Работяги — это скот.
Человечество – это партия. И все же вы в тупике. В конце концов, они победят вас. Рано или поздно они раздерут вас в клочья. Откуда такая уверенность? Книга Голдстейна. Ее написал я. Точнее, я был соавтором. Книги в одиночку не пишутся, кому как не тебе это знать. Я поверил этой книге. Я знаю, вас свергнут. Что-то есть в этом мире. Какой-то дух, принцип, перед чем вы бессильны. Что это за принцип? Не знаю. Разум человека. Ты считаешь себя человеком? Да.